Девочки и мальчики, всем привет! У меня сегодня поздний завтрак, поэтому я решила превратить его в обед. А что у меня на обед? Вчера вечером, уже где-то часов 9, мне сделали доставку, привезли манты, которые я заказывала, пельмени и вареники. Сегодня у меня на обед манты. Смотрите, я купила такой вкладыш в Галамарте, который в кастрюльку просто вставляется, крышечкой накрывается и все. И варится. Ну, я думаю, мне этого бы хватило. Но я ведь на Wildberries еще заказала кастрюльку, такую двухъярусную, производство Турции, красного цвета. Это я себе такой подарочек на Новый год сделаю. Она такая красивая, красная, перламутровая. Ну, как это она называется? Мантоварка или пароварка. Вот. А сейчас думаю, зачем заказала, мне бы вполне хватило вот этого вкладыша. Я вам сейчас покажу. Вот так вот выглядит. Вот так. Видите, сколько штучек? 7 штук размещается, можно даже больше. Ну ладно, раз заказала, пусть будет. Может быть, у меня будет много гостей, нам надо будет срочно сварить много. Кроме того, она такая красивая. Вот так. А сегодня я вам покажу еще, что я заказала в Faberlic. И что мне уже пришло наконец-то. Я хочу всю посудку заказать в Faberlic. Но это, конечно, нельзя сделать сразу. Постепенно у меня уже есть сотейник и большая сковорода от Faberlic. И крышка универсальная такая. На любые объемы. В этот раз я заказала среднюю сковороду и еще хочу самую маленькую заказать. Блинчики стяпать. Все покажу. И еще кое-что заказала, девочки, покажу. Но сейчас еще минут, наверное, 15 и будем обедать. Салатик из квашеной капусты у меня есть. Так, девочки, я же хочу вам что-то показать. Вы меня спрашивали. Ой, звонят, откройте двери. Всем доброе утро, девочки и мальчики тоже. Простите, что забываю всегда про вас. Чаек заварила, сейчас буду завтракать. Вчера весь день ела манты. Принесли мне мой заказик. Манты, вареники. И пельмени, и котлетки. Доча приедет, наверное, на днях, заберет свои. Я для нее тоже заказала. Пусть тоже лакомится. Ну, а сегодня у меня чаепитие. Я не стала кашу варить. Чаек, смотрите, какой. С кусочками фруктов. Аромат бесподобный. И такой он терпкий получился. Много заварила. И у меня будет хлеб с маслом и с сыром. Бывает такое редко, что мне хочется. Сегодня такое. Девочки и мальчики, всем привет. Пойдем прогуляемся. На улице морозец. Но снегу выпало много, все белым-бело. Ветра вроде бы нет. Вот когда мороз и нет ветра, очень даже прекрасно гулять. Но если Киус, это жесть. Лучше дома сидеть. На автобусе прокатимся. Гуляют люди? Ну, по ощущениям, градусов 18, наверное. Минус 18. Ну, понятно, минус 18. Про минус можно было не говорить. Скрипит. Мы возле планеты, но в планету мы не пойдем, туда пропуск, наверное, может, отменили, не знаю, но по крайней мере было так по QR-коду. А мы с вами пойдем в Леруа Мерлен. Мне надо, зачем мне туда надо, я вам, конечно же, скажу. Ну и там свободный вход, и хорошо, и молодцы. Вот туда мы и направляемся. Смотрите, раньше площадь была вся в машинах, когда был свободный вход в планету. А сейчас так,
тут есть машины, конечно, но немного. Кстати, девчонки мне написали комментарий. Сейчас уже не помню кто, но сказали: Лена, так бы было интересно, если бы вы сняли стрит-стайл у вас в Красноярске. Говорит, эти видео такие интересные и хорошо смотрят. Ну и здорово было бы посмотреть, как люди в Красноярске одеваются. Ну, думаю, это хорошая идея. Идея хорошая. Ну вот здесь, как ты знаете, вот здесь именно так простенько, серенько. Хотя есть, конечно, яркие люди. Но как-то пуховики. А вот если в центр выехать, там поснимать, там такие экземпляры иногда встречаются интересные. Очень модные люди. Прям вот очень модные. Сделаю, девочки. Но не в такой мороз. Конечно. Сегодня сильно холодно. Потеплее будет градусов до 15. Хотя, может быть, и сейчас еще, знаете, распогодится, может быть. Вот я сейчас с голой рукой иду. Вот перчатка в одной руке. И ничего. Камеру держу голой рукой. И ничего. Живы пока мои ручки. Так что, может быть, с вами сгоняем в центр, погуляем. Обещаю, девчонки, сходим. Здесь как-то вот неинтересно. Там где-нибудь возле торгового центра, возле персоны, там часто встречаются модные люди. Ну, там центр самый. Вот так здесь у нас. О, елку поставили. А, ну да, елку поставили. Здесь вот несколько живых елочек. И вот такую искусственную поставили вот там в окружении флагов. Мне, кстати, круглогубцы надо купить самой. И Оксана из Германии попросила купить для нее инструменты. Вот я сейчас для нее возьму все инструменты, которыми вот я пользуюсь, я ей куплю здесь. Они, в принципе, хорошие, надежные здесь. Я всегда здесь и покупаю. Как-то брала в Галамарте бокорезы. Но они были не острыми, но зато, когда я их унесла в заточку, мне их так наточили. Я ими целый год пользовалась. Просто они стригли все как сумасшедшие. Вот вы знаете, как-то и не манит. Ух ты, там парит, как это что такое? Так тепло. Вентиляция так работает или что это? Прям пар идет вверх. А, может там, нет, там столовая, точно. Это же второй этаж. Там эти кафешки всякие, скорее всего, готовят. Ой, вот рука подмерзает. Все, девчонки, включусь в Леруа Мерлен уже. Сейчас сразу возьмем, что нам надо. А потом можно и погулять пойти. А, тут какие-то сверла. Не туда зарулила. Не в те инструменты. Девчонки, сколько инструментов всяких. А мне еще надо, знаете, типа такую... Как она называется-то? Ой. Ой, сколько тут всего. Сколько тут всего. Что это? Дрель. Это все дрели. Ой, как это называется, дети? Пойди туда, не знаю, куда он называется. Вот, вот тут они, кажется. Нет, это отвертки. Нет, конечно, это мне не надо. Гравер, девочки, мне нужен гравер. Здесь, по-моему, эти инструментики. Сейчас я куплю. И что вы тут расстележились? Это ваше? Ну, убирайте. Ух ты, какие яркие кепки.
кажется, я подхожу туда, куда мне надо. Вот какие-то инструменты, ключи. Так. Вот. Вот, девочки, бокорезы, мини-кусачки. Все, в общем, так, кусачки. Торцевые. Так, девочки, когда выбираете инструменты, всегда их смыкайте, чтобы не было никаких зазоров. Это очень важно. Иногда попадаются, прям, знаете, их глазом даже невооруженным видно зазоры. Вот я сейчас все проверила, все четко. Смотрите, четенько как. И вот эти тоже смыкаются классно. Все проверяйте обязательно, иначе нарветесь на такие инструменты, которыми нельзя работать. Так, а вот я круглогубки не вижу. Ну вот, девчонки, вам как пример. Смотрите, вот как бы я сильно не сжимала, у меня аж пальцы побелели. А вот у них край не смыкается, и все. Вот все, вот это вот никудышные. Вот эти вот никудышные. Вот они тут, видимо, и висят одни одинешеньки. Потому что никудышные. Так, ну и где круглогубцы? А? Тут есть наборы. Кстати, вот про эти наборы хочу сказать. Ручки неудобные у них. Они такие маленькие. Лучше ручки брать вот такие мощные. И они в руке так четко держатся. Ими работать легче. Меньше усилий нужно прилагать. А вот эти тоненькие, вот бывают еще тоньше. Они неудобные. Вот, девчонки, в наборе есть круглогубцы хорошие. Вот, смотрите, бокорезы, круглогубцы, плоскогубцы. А вот это вот вообще как бы лишние инструменты. Поэтому отдавать деньги за ненужное все-таки надо поискать. Я знаю, что в Леонардо есть, но меня ведь туда не пустят. Меня туда не пустят, а круглогубцев здесь нет. Так, я сейчас думаю, где их еще можно поискать. Ну, в какой-нибудь зайду строительный магазин. Вот они есть, но они, видите, какие крупные. Ну, то есть они большие, они не предназначены для украшений. Это слишком большие. Да, я надеялась, что я прям тут все и куплю. А нет. Но я же фартовая. Смотрите, круглогубцы нашла. Вот эти плотно кончики смыкаются. Девочки и мальчики, я вам сейчас покажу, какие еще бывают. Вот я их все достала. Прям вот фартовая. Вот эти тоже хорошо смыкаются. Смотрите, прямо ух, мягонько так легли. Сейчас все проверю. А вот эти, видите, что? Вот все, это предел. Вот между ними такой зазор. Ну и что вы ими сделаете? Ничего. Сейчас. Так, эти. Вот эти тоже хорошо смыкаются. Отлично. Сейчас из них выберу лучшие. Лучшие, прилучшие. Вот эти крупные висели, и за ними все мелкие. Так, ну-ка эти. О, ну это что за... Это вообще нерабочие. Вот двое вообще ужасные. Так, сейчас это место. Вот у меня быстрее всего круглогубцы из строя выходят. Что так много ими кручу, вот тоже не смыкаются. Я выбрала хорошенькие. Плотненькие такие. Так. О, вот эти тоже хорошие. Да, видите, как плотно смыкаются. Сейчас все проверю. Девчонки, я вам проверю все. А вы уже приходите и покупайте. О, вот эти не смыкаются. Ну все, хватит мне. В принципе, я навыбирала. Вот все. Ужасные. А тут сколько их еще осталось? Посмотрим. Ну-ка. Вот тугие. Ну, смыкаются. Так, а что тут? Номер какой-то висит.
Вот не смыкается тоже. Вот видите, из сколько из 10 штук? Только трое такие. Вот эти тоже. И кончики, в принципе, рабочие. Ну-ка, и последний. Ой. Вот эти тоже уродливые. Ну, выбрала все, что мне нужно. Давайте в игрушки сходим или что? А потом на кассу. Там мне больше здесь ничего не надо. Давайте в игрушечки. Порадуемся Новому году. А, этот гравер же мне надо еще посмотреть. Ну, давайте. Сколько он здесь стоит хотя бы? Такие большие всякие дрели. Вообще не знаю, что за аппарат. Циркулярка. Циркулярная пила. Так, это как их? Рубанок. Ой, девочки, сколько всего. Мальчикам это интересно, девочкам вряд ли. Сейчас посмотрим. Ну, он не гравер называется, он как-то по-другому называется. Это что у нас? Непонятно, что. Вот. Сейчас покажу. Это все не то. Вот как-то вот так выглядит. Но это отвертки, я понимаю. Аккумуляторные отвертки, отвертки, дрели всякие. Нет, это не то. Пойдем, может, они в другом месте где-нибудь. Вот они, девочки, нашла. Гравер он называется. Что, он так вот продается без всяких насадок? Я смотрела на сайте. А насадки отдельно надо брать, да? Надо какую-нибудь удобненькую. 5208. Вот такая штука. Тут разные обороты. Ой, сколько она тут уже лежит. Аж вся бедная почернела ручка. Вот они. В общем, 4 вида. Сейчас, наверное, не буду покупать. Вот эта за 7, наверное, самая крутая, я думаю. Тренер. Еще такая это, гибкая должна быть насадка. Ну, по крайней мере, я знаю, где их можно купить теперь. Вот. Вот они. Это то, как раз, что мне нужно. Самое дешевое, наверное, пиздец. Какую буду, наверное, брать? Ну, не сейчас. Такие гирлянды из веток. Ой, какие игрушки. Красивые. Но мне не надо игрушечки. Я вроде как уже принарядила. Я все огонечки не могу достать. Земля.